Когда-то в поселке Акармара жили 5000 человек. Сейчас он выглядит вот так. Здесь работали угольные шахты. Недалеко от одной из них закрытые навсегда ворота пожарной части. По улицам того, что раньше было центром поселка, сейчас бродят коровы, куры и свиньи. До административной границы между непризнанной Абхазией и Грузией отсюда несколько десятков километров. Но Акармара могла бы выглядеть как абсолютно заброшенный город, если бы не вот эта крыша. Она новая. Здесь до сих пор живут люди. Скот, который встречается на улицах, держат те, кто отсюда до сих пор не уехал. Это способ хоть как-то прокормиться. Поселок нам показывает Ричард. Кроме него в Акармаре до сих пор живут 35 человек. Переселение, например, в Сухуми местные власти никому не предлагали. Ричард показывает нам местную больницу и школу, вернее то, что от них осталось. И с ностальгией вспоминает времена, когда в Акармаре вместе жили абхазы, грузины и русские. Сильнейшие врачи братья Миндяшвили, Умар и Надар здесь работали. Это то, что я знаю, там помимо них еще были и немало было. Сам поселок по себе новый, город новый, не старый. Просто вот за 25 лет все так разрушилось. На восстановление железных дорог Абхазия в 2010 году взяла кредит у России в 2 миллиарда рублей. Но пути восстановили только от границы с Россией до Сухуми, говорит абхазский политолог Инал Хашик. Какую-то часть они все-таки на эту дорогу потратили, там на процентов 30, наверное. Но все остальное, это, конечно, уже было растаскано. По данным BBC, за 7 лет самопровозглашенной Абхазии с населением около 240 тысяч человек из бюджета России в виде материальной помощи было выделено почти 37 миллиардов рублей. По сегодняшнему курсу это больше 560 миллионов долларов. Вопрос продажи недвижимости, он действительно достаточно болезненный. И есть понимание, что если вдруг ты снимешь это табу, отменишь это табу, то здесь в течение короткого времени, наверное, может быть, будет все скуплено. Вот снимут этот запрет, то хватит того, чтобы 1% россиян воспользовались этим. Здесь абхазы друг друга будут как бы искать с фонариками. Фактически от инвестиций даже со стороны признавшей независимость региона России сепаратистские абхазские власти продолжают отказываться, как и от переговоров с правительством Грузии. Дома, поселки и целые города в Абхазии – продолжают разрушаться. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Самопровозглашенная Республика Абхазия.